Сегодня вышла статья от нашего Балаковского издания про Балакову, про полигон растительных, так сказать, отходов, который был организован на основании постановления главы района Александра Александровича Соловьева. Вот. Срок его действия уже истек. Временный полигон может создаваться только на срок не более 11 месяцев. Вот. И в этой статье было четко расписано, мы этот полигон знаем, о том, что и как сюда свозилось. Вот, с прошлого года, когда мы здесь были последний раз, тоже писали об этом. Многое здесь изменилось, вот. И не каждый, я думаю, читатель осознал весь масштаб бедствия создания такого полигона. Все как бы действительно правда, все, что показала Инна Чумичкина, корреспондент про Балакова, с этим полигоном. Вот сейчас я разверну вам камеру, вы увидите. Здесь мы находимся. Вы видите здесь, что вот эта дорога идет. Видите, наш автомобиль стоит. То есть масштабы, да, просто элементарно самого проезда. В прошлом году здесь было все не так. Трактором немного отгребли дерево и действительно свозили растительные отходы. Ну, а как сейчас мы видим, здесь строительный мусор. Колеса. Вот такие горы, залежи вперемешку всего. Битый лом, стройматериалы, также лес. Ну все, все, все с ремонта, все везется сюда полностью. Вот таких проездов и улочек здесь достаточно много. Регулярно техникой здесь отбрасывается отвал. И, соответственно, создаются такие улицы. Фронтальником, я так понимаю, они отгребают их регулярно, и вот образуются горы. То, что сюда свозят и ТКО, и КГО, это известно уже давно. Вот. Но то, что в таком количестве, это, конечно, огромный кошмар. Что самое интересное, сегодня на ПДС Александр Соловьев сказал, что здесь работает мульчер, который регулярно перемалывает растительный отход в мульчу, соответственно, в какие-то там пеллеты. Я не знаю, что он там делает, этот мульчер, но здесь его нет. Я здесь был и на прошлой неделе, никакого мульчера здесь нет. Здесь максимум, что работает тяжелая техника, она делает просто отвалы и все. Никакого мульчера здесь нет. И в принципе, вот сейчас я вам тоже камеру разверну. Вот, пожалуйста. Вы сами понимаете, что здесь мульчировать-то нечего. Не будут рабочие разбираться, что здесь палка, а что здесь уже пластик или там окошко старое. Вот посмотрите, эти вообще отходы рекламных агентств каких-то. А нет, нет, это утеплитель, труб, струб. Мешки это обычные, вот листва с наших субботников, со всех ТКО, мусор, документы. Ну, как бы снизу весь масштаб бедствия снизу понятен. Вот. Единственное, что не каждый обратил внимание на то, что насколько все это запущено. И вот сейчас, я думаю, мы вам покажем, насколько все серьезно с этим полигоном растительных отходов.
чем, собственно, проблема? Почему поднялся вообще весь этот ажиотаж возле этого полигона? Ну, понятно, что муниципалитет был заложником регионального оператора, и ему потребовалось организовать такой полигон для вывоза растительных отходов. Потому что вопрос стоял действительно остро. Но как это реализовано? То есть, напротив полигона ТКО, который был официально он муниципальный, в аренде, в концессии у регионального оператора, напротив него был сделан вот такая вот вырубка, и туда, соответственно, свезли, начали свозить весь мусор. Что нужно было сделать? На въезде, там достаточно узкий въезд, вот сзади меня, поставить просто шлагбаум диспетчера, ну, какую-то, соответственно, контрольную точку, которая бы регулировала транспорт, который сюда проезжает на территорию. Вот. Естественно, если бы сюда ездила только техника Балавтодора или комбината благоустройства с растительностью, листвой, никаких бы сейчас проблем по рекультивации этого полигона вообще бы не возникало. Это можно было измельчить, это можно было бы перекопать землей и в итоге все сделать новые карты, и все это бы перегнило, это растительный отход. Но, естественно, отставив его, бросив его открытым, и Александр Соловьев об этом прекрасно знал, сюда стали свозить все и все, что кому не лень. Сейчас, чтобы отсортировать что-то это или как-то рекультивировать, это в принципе невозможно. Вот. Это возможно сделать только по принципу, как рекультивировался старый полигон. Техникой перекопают новые карты, сделают гидроизоляционную там, ткань специальную, ложится, и на долгие годы все это замаринует, вставит трубы, и оттуда должен выходить там перегаз и прочие продукты распада всего этого барахла. Вот. Который опять-таки нужно будет как-то утилизировать, сами эти газы и прочее. Естественно, у нашего муниципалитета, если у них на вывоз веток-то нет денег, никогда не найдется деньги на рекультивацию этого полигона. И теперь мы понимаем, что, уйдя со своего поста когда-то, Александр Соловьев оставит балаковцам прекрасное наследие в виде вот этого чудного полигона и кучи штрафов от природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора и прочих ведомств.